Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Тут такой красивый завтрак, яичница, шпигачки. О, как все скворчит, и мы запотели. Всем приятного аппетита. Будем завтракать, наливать чай, кофе и завтракать. Тут посудомойка разбирается. Или тут так тарелку оставил, там вода теперь. Ну вот, да, или она перевернулась, блин. Вот так мыть ее снова надо. Или сползать, или помыть, в общем, да. С утра у нас готовится всегда завтрак и разбирается посудомойка. Да, потому что все что-то. Это мы вчера смотрели киношки вечером, ели чипсы, и у нас 4 емкости. Поэтому... Так что разбираем посудомойку. Вместе завтрак тут накладывается. Все при деле. Ну что, я делаю салат и делюсь с вами рецептом. Нам понадобится салатник, нам понадобятся сухарики, какие у вас есть. Можете такие ржаные, с любым другим вкусом. Я просто покупаю в большой упаковке, пересыпаю в емкости и потом использую их. Морковка по-корейски, можете приготовить сами, можете готовую. Кукуруза, майонез любой и колбаска. Можно, если еще огурец есть, добавить. Если нет огурца, можно и без огурца. Ну, в общем-то, открываю, перекладываю, нарезаю, добавляю. Покажу, что у меня получается. Осталось добавить сухариков. И добавить сейчас еще, нужно добавить еще майонез. И салат этот делается прямо перед подачей на стол, потому что... чтобы сухарики у вас не размокали. Всем приятного аппетита. Сначала я вам покажу рабочий процесс и этот рабочий порядок. Это все так у художников и тех, кто творит, всегда так. Когда шьешь, вот как-то так же, а когда что-то творишь, вот так же как-то это все. Это здесь у нас получается акриловые краски разных марок, кому интересно, Сонет и... Это акварель. А, это акварель, да. Вот в ход пошли от украшений Норхен. Коробочки, все в ходу. Ну что, в связи с чем вообще вот это все связано, весь этот беспорядок? В связи с тем, что... Та-дам! Вот такой вот... получился дизайн. Это сумка с длинными вот такими вот ручками. Насте тут надпись не нравилась, которая была, и она решила, что нужно что-то переделать, но ей так... Но ей такой формат нужен был для того, чтобы носить, да, рисунки. Вот в художественную школу. Мы до сих пор в ней учимся, хотя ее уже закончила она и получила диплом. Диплом лежит. Диплом. Вот. Но до сих пор она в ней учится, на платные дополнительные курсы ходит. Вот. И поэтому здесь разукрашены стали окошки, здесь появились веселые смайлики. Вот поэтому это у нас лен. Ей очень хотелось, она хотела... А, даже она свидетельство, вот так называется. Свидетельство об окончании... А, об освоении дополнительной профессиональной общеобразовательной программы в области искусств. Вот так, видите, как бы это Российская Федерация. Ну и, в общем-то, здесь свидетельство все-таки. А что... было закончено, где, чего, когда. И оценки. И оценки. Вот такие у нас оценки. В общем, красота. Отчитались. Здесь летучие мыши, здесь смайлики, здесь такая улыбочка. Это, знаете, улыбка кого? Это из «Алисы в стране чудес». Из «Алисы в стране чудес», а мы вот недавно смотрели фильм «Ведьмы».
Она нам тоже похожа, кстати. Похоже, да? Если не смотрели фильм, вышел новый 2020 года, фильм «Ведьма». И мы вот его посмотрели, там тоже у этих ведьм, что ведьма живет в каждом городе или что-то в каждом доме рядом с вами, у нее такая улыбка до ушей, рот открывается, знаешь, всякие это, да? Похоже, кстати. Это вот это запрыгнись. Вот. То, что там эсеринки в эти штучки. Ага, да-да-да. Такая вот красота, так что, да. Ну, в общем, красиво, мы оценили. Мне нравится очень супер. Но мне кажется, можно еще даже что-то добавить, если захочется, да? Можно вообще тут все это уже еще каких-нибудь тут смайликов. Да? Запросто. И будет красиво. У Саньки опять обновки. Новая подушечка. Это вот была старая ее все. Новый киндец. Мама шила новую подушечку. Да, Сань, новую подушечку. И новый домик у нее, который вам недавно показывала. О, вот теперь вообще все в одной гамме, Саня, тебя стало. Дом с крышей, лежанка без крыши. Вообще полная красота. Да, Санька? Санька, тебе дом как? Хорошо? Классно? Ну, что ты там нюхаешь? Вкусным с кухни пахнет. Вкусным с кухни пахнет. Ну что, пошли на кухню. Что ты лежишь? Пошли. Вставай. Пойдем. Ага, забралась в берлогу. Ну, теперь только... Точно, Настя аж чихнула. Только подмывает. Вкусным с кухни пахнет. Иди. Иди. Пошли, пошли, скорей. Ой, какая ты злая девочка. Ну и сиди, тут голодная. Будь голодная. Нам очень понравился хлеб из хлебопечки. Мы снова решили печь. У нас сегодня вот этот рецепт долго выбирали, думали, Настя говорит, давай, может, проще, нет, проще будет не такой вкусный, давай все-таки вот этот вот. А, так, чего вы потухли? Да, весы потухли. А, вот, в общем, все по весу нужно взвесить. Так, взвесить муку и все остальное, все добавить. Здесь мука добавляется. Вода, масло подсолнечное, соль, потом, значит, сливки, да, соль, сахар и дрожжи. Мука и дрожжи. Ну, в общем, как бы так все, эта емкость, куда это все добавляется. Там внутри, видите, ножичек, который все это замешивает. Ну, вот, это емкость таковая. В общем, печем снова, ну, вот. Потом с печем другой. Что с начинкой? С шоколадом или с печь с этим? Или с курагой? Да? Что-то такое. Так, ну что? Ты высчитала, сколько это? Там надо муки. А муки будем на килограмм печь. Это мука? 605, да? Угу. Тара у нас была 114, да? 144 была. 144. Сминусовала? Нет. 342 минус 144. Вот так вот все высчитывается. 288 только положили. Запомни, равно 288 это мы только положили, а нам надо 605. Сейчас. Да, закрываем верхней крышкой давай. Так, а нижняя наоборот. Так, это опускаем. А масло подсолнечное ты добавил? Теперь, в общем, вот так вот просеивается. Решили отдельно просеивать, не в самой печке, чтобы печка была там чистая внутри. Потом эту емкость туда поставлю. Кстати, подробно прямо показывала уже во влоге, как все это делала. Вот. Что? Так. Загружаем. Вот. Видите там, как выглядит внутри. Так. Угу. Все. Да. Закрываем. Ну, она, в принципе, стоит вот как в прошлый раз пекла. Вот. Получается 1 килограмм. Программа такая. Это 3 часа 07 минут. И у нас стояла средняя. Это среднюю будем или? Сейчас большую.
А, попробуем по это. Ну все, и на старт. Все. Вот такая хлебопечка. Она начинает там замешивать. Вот, в общем-то, сама. Уже пропищала, что хлеб испекся. О, какой красивый. Красавчик, одним словом. О, какая красота получилась. Аромат вообще по всей квартире. В общем, супер. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю, очень крепко целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.